Господа, насколько вы знаете, выбор того же автомобиля – дело весьма щепетильное. Если вначале вам просто нужен вот такой двигатель, вот такой кузов и вот такие диски, то потом вас интересует тысяча мелочей в виде того, какой же цвет кузова, насколько же ровная строчка на коже и что же выбрать – велюр, алькантару и ту же кожу, какая там будет навигация. Но когда вы начинаете выбирать квартиру, все становится еще сложнее. И чтобы не делать, как я, и не покупать то, что потом 5 лет нужно доделывать, есть отличнейший вариант. Если вы присматриваете квартиру в Москве, то обратите внимание на отличный вариант на Рязанском проспекте у будущего метро Стахановская в ЖК кварталы 2119. Сейчас эта территория застраивается очень быстро. Вдоль кварталов растянулись зеленые аллеи, открылся новый детский досуговый центр, а часть домов уже давно заселены. Квартиры можно посмотреть в разных вариантах, с отделкой, без отделки и полностью обставленные. А кто любит делать полностью под себя, есть возможность приобрести квартиру со свободной планировкой в монолитных домах. Так, чтобы вместо того, чтобы выбирать кота в мешке и потом мучиться, как я, можно просто пройти по ссылочкам в описании и выбрать там отличные квартиры от 4,5 миллионов рублей. Здравствуйте, господа! На самом деле, это, по сути, даже не видео, это такой некий бэкстейдж фильма, создания клипа, который вы видели, наверное, недельку назад. И, как вы видите, у нас немножечко тут стеклоподъемник сломался, и у меня дворники украли. Но благо, я знаю, кто украл, сейчас пойдем разбираться. Но это все сделано только для того, чтобы машину выгнать и сейчас избавиться от лишнего. То есть, видите, обзорность пока еще не очень хорошая. И надо как-то попытаться ее исправить. Но даже при этом, как и в случае с 70-кой, тачка реально валит. Нашего сегодняшнего проекта – сделать из машины нечто необычное и, возможно, даже немного опередить время. Дело в том, что однажды эти машины будут стоить по 50, а может быть и даже 30 тысяч рублей. Но это будет лет через 10-15. Тогда каждый, так же как и мы, сможет провернуть с ней то, что мы сделали сегодня. Мы, пользуясь тем положением, то, что у нас хорошие спонсоры, есть возможность, пытаемся немножко забежать вперед и за одну серию совершить экспресс-быстрый проект. И посмотреть, что же будет с BMW X5, если ему спилить крышу для начала. Просто брать длинные перья, Сергей посчитал, что это очень дорого, поэтому взял короткие, чтобы нам было удобно пилить короткую машину, видимо. We'll be right back.
Стоп, на болгарку упадет все это дело. Нет, не упадет. Да мы не бросим здесь при всем желании. Нифига, оно никуда не упадет. Голова, берегись. Четко. Просто четко. А я говорил. Ну ты посмотри, какая сразу красоточка, а. Блин, вот сейчас бы на ней по Невскому. С музычкой. Первый в мире кабриолет от BMW X от кабриолет. Да. Вообще супер. Хорошо я в пучеглазах, да? Если кому было интересно, зачем спиливалась крыша, с какой целью, просто так, крышу вообще не нужно было спиливать, мы сделали это просто, мы тупо спилили крышу ради просмотров. Это факт, потому что все-таки это составляющая шоу, а сейчас начнется составляющая познавательная, потому что нам всегда было интересно, что же на самом деле может X5 на бездорожье. И чтобы понять вообще, с чего начинается бездорожье, мы вам покажем тот фундамент и основу, отталкиваясь от которой вообще строится любой джип. Так вот, любой джип лифтуется, ставится другая подвеска, делаются все изменения для того, чтобы влезли большие колеса. И так повезло, что у нас есть большие колеса на X5. А вот и, господа, и наши колесики. Представляете, так вышло, что на зеле стоят 37-е бешеные тапки, которые по разболтовке один в один сейчас станут на E53. Без каких-либо разговоров. Просто берем и ставим. Вообще изи. Причем стоимость этих колес примерно 150 тысяч рублей. Фиаско этого вечера, 8 часов, не успели мы сегодня поставить ее на 4 колеса, не получается физически по той же причине, что и с зелом, который там стоит. У нас сейчас есть две BMW темы с абсолютно одинаковой проблемой. 37-е колеса вперед не лезут, там у нас шаровое висело, здесь Макферсон, грубо говоря, да, здесь многорычажка, но верхней шаровой здесь нет. То есть проблемы, казалось бы, тоже нет, но у нас пружина толстенная и также нависает над колесом своей чашкой. Никак сюда здоровое колесо не поставить. Даже с нашей максимальной проставкой широкая резина все равно упирается в эту чашку. Значит, вариант есть. У нас старая пружина от M-ки, от ZLA, от X-а, от чего хотите, она тоньше гораздо, чем родная. Эта пружина в поперечнике у нас получается типа 14,5 или 13,5. Это в самом тонком месте, в нижнем, то есть вот здесь, получится 10. Таким образом, мы отыграем нужные сантиметры на то, что эта тоненькая пружина встанет сюда, а чашку мы просто спилим болгаркой. Но это, к сожалению, уже послезавтра. Но на видео это все будет прямо вот, вот в том вот клиповом варианте. Чик-чик-чик-чик-чик. Так что сейчас парочку дней подождем. Все это пилится болгаркой, режется, ставится другая пружина, и потом Monstro X выезжает на оффроуд. We'll be right back.
бы кучерявого Егора, но легко живое станет веселее мне. В общем, жизнь стабильна, мало изменений. Дом, завод на проходной, Иришка на обед, столовка, пятницу, рыбалка. Не, мне очень нравится, жалко сломалась музыка штатная. Приходится с Bluetooth-колонкой ездить. Но в целом нормас. И похоже, кончился интернет. Проблема. Слушай, ну это лучшее, что мы делали за последние полтора года. Лучше. Наверное, где-то с зелом на уровне стоит. Но вот сейчас, когда мы едем, очевидно, что не хватает ходов подвески. То есть она такая жесткая, ее постоянно вот на каждой кочке, она вот ее повторяет. Это немного неправильно. То есть на оффроуде у нас, если честно, сегодня шансов немного. Но шоу мы сделаем идеальнейшее. И для города я считаю, что тачка просто подготовлена. Вот на такой прямо, блин, никакой кабриолет не сравнится с иксом на 37-х. Добрый день. Мало кто способен что-то ответить, когда видит. Блин, ну это же идеально, да? На ровном месте раскидывает вокруг себя просто. Без соседнее. Бля, вообще просто космос. Пацаны, где вы? Трындец, как он пашет. И главное, на этих колесах у него такой запас проходимости, его грунт держит, он не зарывается. Трындец, я не уверен, что здесь фронтера боевая бы так прошла.
какая-то горка очень злая. Что ж такое с этой горкой? Там реально коробка в аварии, ее не дотянул за этой третьей передачей. Она перегревает. Может постоит, выруби, да. Вообще изначально эту идею с иксом, с этой рамой, с этими колесами мы хотели провернуть еще тогда, на 70-м, на М-ке. Но совершенно верно, исходя из этой ситуации, мы решили, что нам нужен более живой донор для ZILA. И на оффроуде 70-ка могла не выдержать, снова бы все отлюбнуло, какие-нибудь погорели бы блоки, мы бы еще спалили коробку, а это все дорого, поэтому тогда решили этого и не делать. Собственно, почему и сейчас возникла эта идея взять E53? Потому что все-таки мы хотели воплотить именно в варианта, что же будет с иксом, если поставить огромные колеса. На удивление, до сих пор еще не отлюбливает коробка. Не коробка, подвеска. Коробка-то как раз и отлюбливает. Она постоянно уходит в перегрев из-за таких огромных колес. Ей тяжело, она уже и была ранена. Пневму мы накачали руками самостоятельно, потому что она умерла сразу же. Ну и все. И продолжаем. Что ж, господа, мы все равно лишь отдаленно показали вам то, что хотели попробовать очень многие. Что же будет, если поставить на икса максимальные колеса? Я уверен, что 39-е и 42-е сюда уже не войдут никак. Придется резать совсем лонжероны. И мы показали, что с такими колесами даже машина, не имеющая никаких блокировок, не имеющая ходов подвески, все равно может очень и очень много. 40 сантиметров дорожного просвета при любом наличии или отсутствии блокировок все равно дает вам невероятную проходимость на бездорожье. Этот X показал нам, что он может практически все. Если бы не задние пневмобаллоны, которые лопнули, а обычная пружинная подвеска и просто долитое масло в коробку передач до уровня, чтобы коробку не вышибало, он бы смог проехать здесь практически везде. Конечно, дальше нужно дорабатывать шноркель и все и прочее, но это, к сожалению, уже не в рамках нашего трэш-проекта, потому что делать из паркетника внедорожник все-таки задача, ребята, неблагодарная и бессмысленная. За эти же деньги можно всегда купить машину, которая уже
уже подготовлена и уже будет служить на бездорожье верой и правдой. Спасибо этому иксу, он оказался невероятно крепким автомобилем и по сей день. У него жива подвеска, у него жива коробка, у него жив двигатель. Он сам еще, хотя и на коленях, но передвигается сам и сейчас сам собственными силами отсюда выгребет до оффроуда. Е53 крепчайший, потрясающий автомобиль. Это был тот тест-драйв, которого больше никто никогда не повторит. Огромное вам спасибо, что смотрели это видео. Огромное всем удачи. Огромное спасибо BMW за то, что однажды сделали такую машину. Я ей проникся. Пока.